выстроились 9 свойств. Из них 2 мы сегодня разберем, и в конце будет медитация, возделывание сердечной земли. И я сейчас просто прочту эти 9 свойств, чтобы вы просто знали, с чего начать и чем мы должны закончить каждый в конце духовного пути, в конце своего совершенствования. Итак, мы сегодня рассмотрим 2 свойства – осторожность и расторопность. За ним должны идти, об этом мы поговорим когда-нибудь чуть попозже, со всеми, кто захочет поучаствовать в этом. Далее пойдет чистота, воздержание, просветленность, благочестие. И после всех этих свойств только тогда мы сможем достичь смирения, боязни греха и, наконец, святости. Поэтому из тех 9 свойств они все выстроены в порядке, в такой последовательности, в которой мы должны будем их приобретать. И поэтому я должна порадоваться, что все мы, приверженцы Сильва-метода, практикующие его, участвующие в ежедневных медитациях, мы как раз над этим и работаем. Если вы обратите внимание, над чем мы работаем, я, Ирина и Борис, над чем мы работаем в своих медитациях, это постоянное прощупывание пути, что еще можно в себе изменить, в чем еще стать более тонкими, более восприимчивыми, более духовными, более утонченными. И мы тоже прокладываем этот путь, мы же не знали, что это так долго продлится. Поэтому мы как бы проводники, идем первые, перед нами туман, и мы, нащупывая каждое препятствие, каждый какой-то камень под ногами, еще идем вперед. И сейчас, я думаю, после этого вебинара и нам самим будет легче, и всем нам будет легче воспринимать все то, о чем мы говорим.